где пополнить Амазовый Free Fire, сайт donato.net тебе в этом поможет. Здесь ты можешь приобрести любое количество алмазов по самым низким ценам. Алмазы приходят максимально быстро, и не нужно ждать часами, чтобы вам пришли алмазы на аккаунт. Помимо Free Fire, вы также можете донатить и в другие игры. Забудьте про передачу аккаунта, все пополнения только по ID или UID. Также вы можете пополнить баланс Steam или PlayStation. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Донатить в игры снова просто, ведь с donato.net донат есть. Ссылка в описании. Спасибо огромное вам за поддержку, за донат. Ну чё, куда? В пик прыгнули? Мы будем прыгать к Аташке. Или гаджишки. Гаджишка, делаешь? Это твоя королевская битва. Салам года, я 6,086,235,871. Гоу, пик. Ну всё. Вы давно играете в Free Fire? Ну, я года 3. Чё себе. Салам. Сейчас посмотрим, если место есть, после катки добавим. Почему ты не делаешь рулетку? Рулетка — это скам и обман игроков. Ты больше проиграешь в рулетке, чем заработаешь. Это факт. Ты один раз можешь выиграть. Ой. Ты можешь один раз выиграть. Ну, проиграешь 10 раз. Чё, я не понял, а почему, где у меня лук? А, тут? Да. Финиш. Хорош. У меня оружия не было. Помогите! Сейчас, подожди. Две головы, да. А там лучше. Ай-яй-яй, крыса. Ну я извиняюсь, меня просто за крысы сзади убил. Вот это. Беру защитную авиапосылку. Нормально, идет, пойдет. Все, миссия выполнена. Спас команду, убил злодеев. Миссия выполнена. Можно пойти и посрать. Нормально. Ну что, куда идем теперь? Я думал, там шаги. Теперь к бабушке на деревню. В деревню. Или на деревню. Как это? В деревню. Петушки сосать будем. Чат, задонатьте Азаму хотя бы столько чисто. Не, ну ты байкер жесткий. Ну, геймера научился, да? А чё, геймер прям так говорит? Да, блин, на натуре есть, блин, на натуре хоть раз. Вот так говорит, да, он прямо? Жалко, что ли? Нет. Шиза, продай бабушкин дом и задонать мне, лям. Чё, жалко, что ли?
Мотивацию надо понять. Блин, у меня оба красные, они, блин, вот это круто выглядит. Если бы у меня еще штаны, если бы у меня сейчас сет красный, я был бы еще штана ангела красные были бы. Ой-ой-ой. Сзади, Роман, сзади. Сзади. Нормально, 38 живых, охренеть, уже 8 киллов, ничего себе. Как ты это делаешь? Это все читы, родной. Да, бабушка, дом про нас сказали, завтра деньги получишь. Понял. Навык еще не готов. Почему не готов? Приготовила? О, справимся. Держись, я иду. Держись, я иду. Хоть я хотел его зажать. Еще не готов. Я специально хотел его зажать, прикольнуться. Не, а так, гематия как баскетболист залетела она. У меня отсюда она залетела, и отсюда вылетела, это как? Ошалеть, это тайминг, я лимать, отсюда залетела она, и оттуда вылетела. Да я видел там все такое. Почел приземляются. Один там приземлился, а один у нас в упоре где-то. Да, вот здесь. Что зажимай, это замок. Он наверху, на втором этаже. Двое сидят. Еще один идет. Минус. А я вам одну вещь скажу, некоторые есть люди, которые в чате пишут: «Азам, да ты бот там» и так далее. Потом заходят по код команду со мной играть и говорят: «Да как ты это делаешь, блин, я даже не успеваю никого убивать!» Ну это значит... Когда со стороны смотришь, кажется, что так легко и просто. А потом и кажется, что, блин, когда ты кого-то убиваешь, да тебя убил кто-то. Да ты бэээ! Это кажется тебе так, братан. Но когда ты заходишь со мной играть, когда ты заходишься уже и заходишь со мной играть, ты тогда понимаешь, какова же это, как же трудно это. Когда против тебя не просто игроки хорошие, но еще стрим-снайперы еще знают, где ты находишься. Могут тебя сзади, спереди, сбоку, вертолетик сделать тебе, жахнуть тебя во все щели. Тогда и чем? Это уже другой уровень, пацаны, это уже по-другому. Почему ты не играешь в BO-рейтинг? Не мой режим, не люблю этот режим. В основном там играют читеры. Атакую их с помощью жажды жизни! Гол 3к лайков, друзья мои, гол добьем 3к лайков. Чуть-чуть раз, вам не сложно, мне приятно. Здорово, здорово, спасибо за донат, сейчас секундочку отвечу. Бля, как будто бы у меня персонаж так медленно бегает, как будто бы же. Я же Келли, как она медленно бегает? Ну, как будто медленно, говорю. Ты убил этого, который в упоре? Нет, по-моему, у вас шагит. Зато он меня убил. Я думал, он тебя ждет, оказывается, эта крыса сидела, спасибо. Меня ждала. Оказывается, эта крыса сидела, меня ждала. Я думал, он тебя ждет, с тобой хочет платить. Так как он стоял, меня ждал. И в голову дал мне. 15 шкилов, 36 живых. Нормально.
Надо выживать, пацаны. Тут есть ресурсы. Блин, где кто? Кто, откуда? Сзади, там. Вон там. Пизда, руду. Кто, сзади, я не знаю, кто. Внизу, что ли? Спасибо. Нет. Ну, что, блядь, я понять не могу. Вон там, чё. Он вышел за дерьмо. Спасибо. Молодец. Ты еще не поставил лайк, поставь лайк, подпишись на канал. Навык еще не готов. Там за камнем сидит. Навык еще не готов. Мне нужно снаряжение. Занят. Занят, говорю. Хорошо, идите, занят, хзм. Тут у нас, блин, мясо идет. Готов. Навык еще не готов. Там еще сбоку стрелял, вы убили его? Нет еще. Минус. Ой, блин. СВД. Это тупой, бля, гушак, бля. Из-за этого я не могу нормально пристрелять, бля. Друзья мои, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Всех приветствую, всем ассаламу алейкум, рад вас всех видеть. Как у вас дела, друзья мои? Поставьте лайк, подписаться на канал, давайте наберем 3000 лайков, друзья мои. Go 3000 лайков. Там падает стрел. На 30 градусов. Нам нужно дайте еще один килл, мне 25 килл сделаю. Ну давай, забирайте. Окей. Шаги? Так, у меня, да, вот здесь вот. Сидит. Там вот 7 квартал. Все. Молодец. А где еще один? Дайте еще одного, дайте последнего, пожалуйста. 27 килл сделаю. Рекорд был, у меня рекорд 21 килл, что ли, был. 20 килл был рекорд, новый рекорд побил. Сейчас найдем. По-моему, он там. Нет никого там.
Где он? Только не убейте, пожалуйста. Я найду, по-моему, дома. Есть шаги? Нету. А куда он спрятался? Может, в этом маленьком? А вот, вот здесь, за камнем сидит. Отдайте. Все, я его открываю. Спасибо. Спасибо. Гол 3 лайков. Гол 3 лайков, друзья мои. Это заслуживает 3 лайков, друзья мои. В королевской битве против стрельснайперов мы залетели с рандомным, ну, рандомным чувством, с моими подписчиками я залетел 27 киллов. 27 киллов. 10450. 27 киллов. Это мой рекорд. Я уничтожил пол сервера. Это мой рекорд. Это мой личный рекорд. Охренеть. Это не каким-то бомжами там, байджи, каким-то ботами. Это реально были игроки и стрим-снайперы, просто люди со стрима. Друзья мои, поставьте лайк, подпишитесь на канал Аш. Это мой личный рекорд, это просто жесть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, тебе всем удачи и всем пока-пока.